находимся в городе Познань, в Польше. Такая центральная площадь, одна из центральных площадей тут, с фонтаном. Сидит молодежь, отдыхает на расслабончике. В основном какие-то панки или неформалы, как их называют, они здесь вроде собираются, может и нет. Вон там у нас находится, вон то, что за здание, ты говоришь? Народный музей. Народный музей. Ну да, кто-то здесь и плавает. Такая вот европейская Польша. Вообще сам по себе город красивый и хороший городок. И современный, очень много новых современных вещей тут. Как и магазинов, так и зданий, то есть видно, что развивается. Несмотря на это, есть, конечно, и другие стороны, как, в общем-то, и во всех городах. Что, друзья, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечный.